Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Всем привет! Рассмотрим с вами задачу из учебника «Математика. 6 класс» автора Мерзляк, Полонский и Кир под номером 428. В саду растут груши и яблони. Всего 100 деревьев. Сколько яблонь растет в саду, если 20% их количества равно 60% количества груш? Итак, нам неизвестно количество деревьев яблонь и груш, но известно, сколько всего деревьев. И спрашивают, сколько яблонь растет в саду. Решим эту задачу с помощью уравнения. И тогда пусть у нас в саду растет x яблоневых деревьев. Пусть в саду растут x яблонь. Заполняем табличку. Итак, яблонь x деревьев. Тогда груш. А сколько же будет груш? Смотрим, всего деревьев 100, яблонь x. Сколько же груш? Правильно, от 100 минус x. От всех деревьев отнимаем количество яблонь. Будет 100 минус x деревьев груш. Так как яблонь у нас 20% от всех яблонь равно 60% от всех груш равно, то давайте вспомним, как найти проценты от числа. Чтобы найти проценты от числа, нужно проценты превратить в дробь, а потом достаточно число умножить на эту дробь. Ну и поэтому давайте запишем, так как 20%. Как превратить десятичную дробь? Нужно 20 разделить на 100. Получится 0,2. Тогда 20% яблонь равно 0,2 х деревьев. Так как 60% превращаем в дробь, делим 60 на 100, 0,6. Тогда 60% груш равно 0,6 умножить на количество деревьев грушевых. 100 минус x деревьев. Согласно условию, а условие у нас такое, что 20% яблонь равно 60% груш, составим уравнение. Ноль целых две десятых х равно 0,6 умножить на 100 минус х. 0,2 х слева переписываем, а справа используем распределительное свойство умножения относительно вычитания. Мы умножаем 0,6 на уменьшаемое, затем 0,6 на вычитаемое, а потом результаты вычитаем. 0,6 умножаем на 100. Это 60 минус 0,6 умножаем на х. 0,6х. Ну и теперь давайте обратим внимание. 60 это у нас уменьшаемое. 0,6х – это вычитаемое, и 0,2х – это разность. Как найти уменьшаемое? Правильно, нужно к разности прибавить вычитаемое. И тогда 60 у нас равно 0,2х плюс 0,6х. Ну и так как принято
слева писать с переменной, а справа без переменной, то переставим местами. 0,2х плюс 0,6х. Это будет 0,8х равно 60. Ну и теперь, как найти неизвестный множитель? Нужно произведение. Произведение у нас 60 разделить на известный множитель на 0,8. Но мы с вами не умеем делить на десятичное дробь. Поэтому нужно передвинуть запятую у делителя на один знак вправо. А для этого и делимое, и делитель мы умножаем на разрядную единицу 10. Потому что на один знак нам нужно с вами передвинуть. И тогда нам нужно 600 разделить на 8. Делим 600 на 8. Шестьдесят делим на 8, берем по 7, 7 8 – 56. От 60 отнимаем 56 – это 4. И сносим 0. 40 делим на 8 – это 5. И тогда х у нас равен 75 деревьев. Это яблони. Потому что мы через х обозначали количество яблоневых деревьев. Все, мы можем написать ответ. Нас спросили, сколько яблонь растет в саду. В саду растет 75 яблонь. Все, мы справились с вами с заданием. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, есть предложения или замечания, то оставляйте их, пожалуйста, в комментариях к этому видео.